Писать стихи и рассказы могут практически все, а вот написать талантливо – единицы. 20 июня гостем утреннего шоу «Душ» на радио «Лемма» стала юная поэтесса Аня Демочкина. По словам мамы, свое первое стихотворение девочка написала в 7 лет. С детства дети любили писать рассказы и сказки. Сначала это было в виде картинок, наклеек, ну потому что они маленькие, еще писать не умели. А потом, ну примерно я так вспоминаю, это лет в 7, это переросло в стихи. Сначала это были какие-то короткие фразы, которые она вставляла вот в эти свои сказки, рисунки. Ну а потом она стала писать стихи, и причем я на это даже не обратила внимания. Помимо поэзии, десятилетняя Аня увлекается игрой на фортепиано, конным спортом и плаванием. Как и все, дети любят читать, рисовать и играть в куклы. А любимая игрушка – кот Баси, который является главным героем многих произведений юной поэтессы. Ну, у меня последнее стихотворение, я его написала вчера, оно называется «Пожар». Так. Оно про Лили. Это кто? Это двоюродная сестра Басика. Бомтили, бомтили, загорелся дом Лили. Она не закрыла печку, а сама ушла на крылечко. Пошла на озеро купаться, а уголек стал разгораться. Он горел, горел и сгорел. Загорелся дом Лили, и пожарники пришли. Они достали шланги, но не штанги. Погасили дом Лили, и пожарники ушли. И взяла Лили урок закрывать в печке уголек. По словам девочки, в будущем она хочет стать ветеринаром или селекционером. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом.